Городские власти на 20% сокращают штат. Об этом заявил глава Вологды Евгений Шулепов. Сокращение произойдет с 1 сентября. Оптимизация проводится по поручению губернатора области. Подробности далее. Еще в марте этого года глава города Евгений Шулепов сообщил на своей странице в социальной сети о важности повышения эффективности управления расходами в бюджетной сфере. За это время в администрации города Вологды был проведен кадровый аудит, что позволило пересмотреть штатную численность. Был упразднен департамент стратегического планирования. Его функции переданы в департамент экономического развития. Контрольно-надзорные функции объединены в одном административном департаменте. Все хозяйственные функции передали в подведомственные учреждения, сократив расходы и оптимизировав штат. Кроме того, было автоматизировано выполнение отдельных процедур и функций, что также позволило оптимизировать штат. Мы продолжаем работу по оптимизации нашей структуры управления городом, штатное расписание, оргструктуру, оптимизируем управленческие процессы, ряд процессов нами автоматизирован, и в течение этого года мы занимались аудитом всех функций администрации города. В результате проделанной работы мною принято решение о сокращении с 1 сентября 20% чиновников. Помимо оптимизации, положительно сказались на бюджете меры по увеличению доходной базы. В первую очередь речь идет о повышении эффективности управления муниципальным имуществом. Еще одним источником дополнительного дохода стал оборот муниципальной земли. Мария Суворова, Михаил Прищев, Вологда Портал.